Выездная администрация вновь в Звенигороде. В числе первоочередных вопросов – качество уборки снега. У жителей появились жалобы, участники совещания детально обсудили пути решения проблемы. Много вопросов вызывает работа перевозчиков. Перебои в движении общественного транспорта беспокоят многих. Один из негативных примеров – маршрут номер 22, курсирующий из Голицына в Звенигород. Это обращение будет взято на особый контроль. С компаниями-перевозчиками проводят беседу, чтобы исправить ситуацию. Еще одним важным пунктом повестки стала работа скорой помощи. Уже не первый месяц скорая помощь в связи с коронавирусом испытывает огромную нагрузку. И коллектив, и люди, работники скорой помощи, конечно, работают на пределе сил. Нарекания на работу скорой помощи связаны в первую очередь со сроками приезда карет. Количество жалоб значительно увеличилось в праздничные дни, когда существенно возросла нагрузка на медиков. Окружная скорая помощь нуждается в доукомплектации кадрами. Андрей Иванов поручил профильным ведомствам оказать содействие в решении этого вопроса. А вот ситуация с пандемией коронавируса в округе постепенно стабилизируется. Пик, который наблюдался в декабре, пошел на спад. Обусловлено это рядом факторов. И началась вакцинация. И, к сожалению, часть жителей переболела. Вот. Ну и плюс те профилактические мероприятия, которые, в общем, мы соблюдали в общественном транспорте, мы, жители соблюдали в общественном транспорте, в общественных местах. Участники заседания подвели итоги празднования крещения. В Одинцовском округе было организовано 8 купелей. В крещенских купаниях приняли участие около 6,5 тысяч человек. Наши мероприятия прошли без инцидентов, на очень высоком организационном уровне. И, конечно, это результат нашей слаженной командной работы. Андрей Иванов дал ряд поручений своим заместителям, а также выразил благодарность сотрудникам МЧС, полиции, медикам, волонтерам и всем, кто обеспечивал безопасность жителей во время празднования крещения Господня. Елена Кравченко, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».